Михайло, до речі, якщо говорити про поняття Третьої світової, так, ми можемо зараз вже казати, що вона в гібридному якомусь розумінні вже є. Тому що, знаєте, тобто ми ж бачимо, що весь світ, геополітика, все поділено, так, є прибічники Росії часткові, є прибічники цивілізованого світу. Це є Ізраїль і, ну, я маю на увазі, війни в Ізраїлі, в Україні. І, власне, от цей от мандат, а ми не воюємо, ми просто передаємо зброю. Але ми ж бачимо, що весь світ втягнутий в конфлікт. Чи можемо ми зараз вже казати, що це йде Третя світова, яка набирає обертів? Я сьогодні відповідаю на цей питання приблизно восьмий раз. Тоді я переслухаю, не відповідайте. Ні, я нахожу все більш точні відповіді, благодаря вашим питанням. Я ось зараз подумав. Я же політтехнолог, правильно? Дату начала войны знаете, кто определяет? Историк. Историки определяют дату начала войны. Вы помните, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года? Наверняка помните. 1 сентября 1939. Если вам попала бы в руки сейчас газета от 2 сентября 1939 года, неважно, любой страны, какой угодно, был бы первый заголовок «Вчера началась Вторая мировая война». Нет, а никто не знал. Это историки потом решили, что она началась 1 сентября. А могли они решить по-другому? Были ли у них даты другие? Ну, конечно. У них была дата день аншлюса Австрии? Была. У них была дата день раздела Чехословакии? Была. У них была дата Перл-Харбора, ну, например, как начало мировой, когда война стала мировой. Они могли выбрать любую, но выбрали вот эту. Так и сейчас. Какие даты уже есть точно, мы знаем. Для Третьей мировой. Это 24 февраля 2022 года и 7 октября 2023 года. Мне кажется, что если вот нынешний конфликт вот прямо сейчас, что в принципе возможно, я не паникую, это невелика вероятность, сразу скажу, но возможно, то мне кажется, выберут 7 октября 2023 года, день нападения Хамаса на Израиль, потому что, ну это странная причина, но потому что Израиль – сакральное место, святая земля, тамплиеры и все дела, понимаете? Вот типа во всех книгах писателей-фантастов, во многих, война мировая начинается в Израиле. И это как бы будет, для историков это будет понятней. Поэтому я думаю, что если она началась, то она началась в прошлую субботу. Ну і, пане Михайло, найцікавіше буде через роки, власне, що ваша, наша з вами розмова, і це буде якраз задатовано, як вперша згадка, знаєте, про... Ну, це не смішно, але ми живемо в такому світі, так? Пане Михайло, так, звісно. Хотів би ще от проговорити візити Путіна і що відбувається. От зараз дуже росіяни радіють, що вони на кордоні з Китаєм, в Киргизстані відкрили спільну з Киргизстан-Росія, спільне там є база достатньо російських військових і ППО поставили на кордоні з Китаєм. Як ви вважаєте, для чого це і чому це? Там ратифікував Путін цю угоду, спільне ППО, і от зараз він туди полетить, до речі, вперше після того, як Міжнародний кримінальний суд видав арешт на його особу. Предположимо, дійсно так. Общее ПВО. Вони від кого захищатися зібрали? Там рядом тільки Монголія. В смысле, на границе Кыргызстана и Китая. Кроме как от монголов, защищаться не от кого. Ты до Монголии тысячи километров, по-моему, если не больше. Может, от уйгуров, которые в Китае живут. Непонятно от кого. Вообще, это какая-то, знаете, такая попытка России... О, точно, это как говорил Шольц. Сохранить лицо. Сохранить лицо. Потому что, конечно, Россию вышвыривают сейчас из Центральной Азии абсолютно китайцы именно в чистом виде. На границе, например, Таджикистана с Афганистаном все время стояли российские войска. Вот все с момента, с того момента, как появилась вообще Россия в 91 году, там стояли российские войска. Но за последние несколько лет, половину примерно, ну, я точно не знаю в количестве, но половину, скажем так, позиций заняли китайские войска. Каким образом? Они заключили договор с Таджикистаном, что они за свой счет оборудуют военные позиции на границе с Афганистаном. И они действительно выполняют этот договор. Только они забыли сказать, что солдаты их там будут оставаться. И солдаты остаются. Китайская армия уехала сюда воевать, поэтому она сопротивляться там китайцам, естественно, не может. Но сейчас способом Кыргызстан – это член УДКБ и даже Евразеса. И Путин пытается сохранить лицо, сказав, что ну да, тут китайцы теперь ПВО разместили в своем стане. Нас тоже пока еще не выбросили. Вот что-то в таком духе. Нас тоже еще пока не выбросили. Вообще, какая там военная база? Там нет военной базы на границе, кстати, с Китаем. Военная база, по-моему, только... Ну, российская военная база в Канте. Это наоборот, на севере Кыргызстана. Вот.
Я маю на увазі, що військові бази в Киргизстані є, я не маю на увазі, що на кордоні. Є. Також хотів проговорити от цей от вояж Путіна до Сі Цзіньпіня, а потім Сі Цзіньпіня, можливо, зустріч з Байденом. І хронологія логічна і цікава. Чому? Тому що спочатку Путін в жовтні, каже, що от, можливо, десь от полетить в Китай, я так розумію, бити поклони, просити, умаляти, тому що він їде, бере з собою Мілнера, Газпром і Роснефть, і вони будуть там просити, аби купували дешевше, краще і там будували через Монголію трубопровід. Так от, а потім згодом передають вже Вашингтон-Пост, що в листопаді буде зустріч, можливо, Байдена з Сі Цзіньпіном. Пане Михайло, як це розуміти? Це великий, могутній Китай вислухає Росію і поїде розмовляти з Байденом про це? Чи Китай просто послухає дві сторони і остаточно яку сторону прийняти? Як це розцінювати? Ні, Китай не збирається думати, яку сторону приймати. Китаю не нужно ничего сторону принимать. Китай точно только на стороне Китая, больше никого. То есть вопрос, кто с Китаем, а кто с США. Это так сегодня обстоит дело. И по-другому быть не может. Не надо Китаю... Китай не может примкнуть к России. Это смешно, да? Значит, в силу просто разницы масштабов мероприятия. Хронология, честно, если говорить, я думаю, что она достаточно спонтанно сложилась-то. Никто не подгадывал под Российскую Федерацию. Потому что встреча Байдена с Си – это, в общем, достаточно важная историческая, возможно, встреча, если ему удастся о чем-то хорошем и полезном договориться. Либо же в плохом смысле историческая, если они разругаются, наоборот, тоже историческая. Встреча Си с Путиным – это эпизод, это не что-то, не какая-то историческая веха. То, что вы наметили так по календарю, я не знаю почему. Ну вот там, кстати, может быть, я не знаю, не удивлюсь, если Путин прямо из Бишкека полетит в Китай. Ему же там в чем дело? Бишкек? Кыргызстан, он не гражданин Российской Федерации. То есть Путин был вынужден дважды рисковать своей жизнью. Он не только прилетел за границу, он еще летел на чужой стороной. Вот Казахстан. По идее, ему через Китай нормально домой возвращаться. Ну, чтобы больше через казахов не лететь и не рисковать оказаться в Гааге. Из того, что вы сказали, ну как, да, конечно же, они обсудят войну нашу. Обсудят. Конечно же, Си по результату что-то обсудит с Байденом. Обсудит. Но если для Путина война – это вопрос номер один в разговоре с Китаем, то для Си в разговоре с Байденом наша война – это вопрос номер 10. У них там 9 вопросов важнее. Поэтому не надо думать, что все ради нас задумано.